Сперва берем ягоды, а потом наливаем молоко. Заливаем, 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 стоп. Потом наше действие происходит, берем толтычку и начинаем толтычить. Хорошо, месим, 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 еще месим. Когда мы это все замесим, добавляем сахар. Перед тем, как выступать на концерте, мы пьем ягоды с молоком. И после этого так столько драйфа и столько энергии. Ой, как я люблю ягоды с молоком. Ой, как я люблю ягоды с молоком. Все, мы добавили сахар. Теперь будем все это смешивать. Мешаем, мешаем, мешаем. И еще раз мешаем. И все, теперь наш йогурт готов к приему внутрь.